Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A42 включить отображение заряда батареи в процентах. Для этого заходим в настройки. Далее заходим в пункт уведомления. Строка состояния. И видим здесь пункт показать процент зарядки. Как видите, сейчас у нас ничего не написано. Нажимаем. Появляется цифра 64. Которая означает, что наша батарея заряжена на 64%. Выключается эта функция точно так же просто. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!